Рада приветствовать вас на телеканале «Крым». С вами «Крымский хит-парад» и я, Зарина. Вы уже познакомились со многими участниками нового сезона. И сейчас пришло самое время вспомнить их имена. Внимание на экран. Yârimde eller kucağında buna canlar dayanma. When will my reflection show who I am inside? For the winner must be free to be loved. Подожгла мелодия любви, тебя мне подарила. Мелодия дождя, мелодия любви, голову скружила. Мелодия дождя, мелодия любви, нас приворожила. Мелодия любви, ла-ла-ла-ла, ла. Мы про
продолжаем вас знакомить с новыми героями крымского хит-парада 2013. И среди них и наша самая юная конкурсантка Регина Восика. Она достойно соревнуется наравне со взрослыми конкурсантами, умело скрывая свое волнение и демонстрируя нам хорошую подготовку к конкурсу. Отнесутся ли лояльнее судьи нашего проекта к выступлению Регины, учитывая ее возраст? Сумеет ли она покорить телезрителей своей детской непосредственностью? Удачи тебе, Регина! Для неси класса. Эмоционально хороший очень. И поет хорошо. Ну и ребенок, и глаза светятся, все лучистые такие. Зажигательные. Это, на мой взгляд, абсолютный уровень, самый высокий уровень европейских детских программ. Восточный базар, крымский хит-парад 2011, «Я музыкант», номинация «Крым ТВ». Пожалуй, эта певица приняла участие во всех музыкальных проектах телеканала «Крым». Но нет. Виктория Иванова – девушка амбициозная, и по ее словам, в новом сезоне крымского хит-парада она рассчитывает только на победу, полностью оправдывая значение своего имени. Интересно, какую же песню подготовила Виктория в этом году, уже не терпится услышать. Say you really know me, not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors, are they only rumors, are they only lies? Falling out of a perfect dream, coming out. Все ровно, все хорошо, все правильно, но без эмоций. If you really knew me, you couldn't do this to me.
когда ты представляешь зрителям эту песню, ты уже должен ее спеть по-другому. Хороший вокал, мягкий, и открытые гласные, едкие, сдержанные, мне нравится. Лирическая песня, но все равно хочется там зажечь зажигалку или еще что-нибудь там. А тут нет, тут сидишь, слушаешь, да, так прислушаешься как бы. Ну, хорошо, хорошо. Если ты не хочешь, чтобы тебя критиковали, ничего не говори, ничего не делай и будь никем. Наши же участники не сидят сложа руки и смело воплощают в жизнь свои мечты. Бери с них пример. Стань новым участником Крымского хит-парада. Заходи на наш официальный сайт, адрес которого сейчас на ваших экранах, и оставь свою заявку на участие. А я напоминаю всем модницам Симферополя, что модный партнер Крымского хит-парада – сеть магазинов «Афина». «Афина» – магазин для божественных красавиц. С вами была я, Зарина, и Крымский хит-парад. Берегите себя и будьте счастливы вопреки всему.